В гибели рабочего на электроустановке в Панковке, скорее всего, есть вина ответственных за охрану труда лиц. Молодого мужчину в конце июля убило током во время благоустройства объекта. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии следствия, мужчина 1986 года рождения оказался на крыше электроустановки без сопровождения оперативного персонала. Вероятнее всего, он должен был красить бокс электроподстанции, потому что на месте происшествия были обнаружены банка с краской и кисть. Он приступил к работе, когда оборудование еще не было обесточено. В результате допущенных ответственными за соблюдение правил охраны труда лицами нарушений рабочего ударило током. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.